сложно. Во-первых, психологически сложно. Надо быть хладнокровным человеком. То есть вот это горе смотреть. Я не знаю, вы когда-нибудь видели, человек здоровый, резко, как я, стал сразу инвалидом. Это очень, вот это вот, барьеры, это очень сложно. Ну, радость есть, да. Понимаешь, когда поможешь, получится кому-то помочь там чем-то. Конечно, во-первых, человеку радость, что как бы о нем заботится, что он не брошенный, это главное.